Телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской приглашает самарцев на выставку «Рождение Ириды». Открытие запланировано на четверг, 15 сентября в 18:00 в Театре «Самарская площадь». На выставке будет представлена уникальная коллекция театральных скульптур Владимира Амадео, московского скульптора с итальянскими корнями. Каждая его работа будет сопровождаться живописными полотнами самарской художницы Аллы Шахматовой. В 18:30 начнется спектакль «Роддом», который и вдохновил мастера на создание одной из своих скульптур. Выставка продлится до конца сентября. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминают, что родителям при рождении близнецов двух и более детей предоставляется единовременная выплата. За ее оформлением одному из родителей нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону, указанному на экране. Администрация Самарского района рекомендует жителям зарегистрироваться на портале ГИС ЖКХ, чтобы получать информацию о многоквартирном доме, в котором они проживают. Это современная информационная платформа, которая интегрирована с единым порталом госуслуг. Отдельная регистрация не требуется, зайти можно и через госуслуги. Можно передать показания приборов учета, оплатить услуги ЖКХ, принимать участие в голосовании собственников дома, получать информацию о тарифах ЖКУ и многое другое.